на 300 миллионов человек. И под него нужно 3 кита. Тонны зерна, и мясо, молоко, и рыбы, все остальное. 3 тонны жидких кормосителей и голов. Сегодня состояние Европы 3,2 миллиона квадратных километров. Живет 600 миллионов человек. И еще официально, и еще примерно 15-20 неофициально. 62%, 82% титана они получают от нас. 50% металла получают от нас. 43% нефти и газа получают от нас. Я уж не говорю о умном, родителе, даже щебень, когда был гостарёвание, вывозят от нас. Советский Союз образовался эффективно. В Советском Союзе есть 16 республик, 4 было федерационных региона. Это Туркменистан, Казахстан, Азербайджан, Россия. 3 Китая, я вам говорил. Все должны получить начали дотацию. Минимально получала Беларусь 1,3 миллиарда. При стоимости 6 долларов бар, сейчас он 60 долларов. И самую максимальную дотацию вся Прибалтика получала, вся там, Кавказ и прочее. Самую максимальную дотацию получала Украина 7,3 миллиарда долларов. В советское время все это. Я все это делал, все от КГБ. Я вам хочу сказать, что нам надо в ближайшее время на об этом великолепно писал Назарбаев в газетах «Известия» в 1898 году о конфедеративном устройстве постсоветского пространства. Тогда было полуконфедеративное устройство, членами ООН, СССР, РСФСР, Белорусская СССР, Украинская СССР. Честно, на что все были тоже обещания расшурили. Герны, гимны, мерседесы, приемы, объятия, поцелуи, флаги, гимны. Но все равно нам надо понять и сказать, что нам должна быть единая граница. Мы занимали, когда были СССР, занимали пятую часть территории земного шара. Сейчас Россия занимает шестую часть территории земного шара. Если мы не восстановим постсоветское пространство, то у нас до Урала скоро не будет. Там будет наша китайская площадь, наша индусская площадь, наша американская площадь, наша японская площадь. Там сельхоз угодья в Европе 128 миллионов гектаров. 600 миллионов кормят себя дерьмом сами, и нас на 60% дерьмом нам завозят. У нас только освоено 248 миллионов дальше посуды. Мы себя кормим на 38% продуктами сами. Мы стараемся, конечно, как-то все плохо не получается. Я за твою волю тебя был устроен. Я туда прихожу, принимаю все 5, 10, 25 раз. Когда 184 миллиона Беларусь в России, то был Беларусь в России 6,7 миллиарда долларов. Поставки нефти и газа, Беларусь на России. Когда в 2012 году ушел, то рост 9 миллионов Белоруссии был 45 миллиардов долларов. С 1,5 миллиарда Китая 80 миллиардов долларов. Только там нефть и газ. А с 9 миллионов Беларуси 45 миллиардов долларов. Треть карьерного транспорта мира. 18% здесь на мировой выступали. 8% еще можно астромировать. Супер-говорит, надо 35%. То есть нам надо сказать, что все надо брать пример с мировой практики. Над нами все смеялись в Советском Союзе. Мы были в сторону дураков, плавников, составляли 800 баланс, 600 балансов планов. Тогда японцы составляют 12 тысяч балансов планов. Сейчас японцы составляют 27 тысяч балансов планов. Еврокомиссия сегодня составляет балансов планов минимальное количество в евро-секторе 800, максимальных таможенных 14 тысяч балансов планов. Я вам так говорил о докладе агроуниверситета в Соединенных Америках. Там центральный аппарат Министерства сельского хозяйства в Соединенных Америках 28 тысяч чиновников, а всего управляет сельским хозяйством в Соединенных Америке, там 325 человек. 128 тысяч чиновников управляют сельским хозяйством. По семейной продукции, хлеб, мясо, молоко, овощи, масло, рыба, круг, все в руках у вас. И нам там надо тоже на всем постсоветском пространстве это остановить. У нас сельхоз уходит только освоен 248, а не освоен еще в 3 раза или 4 раза больше. То есть мы можем кормить и себя, и Европу, и всех остальных. Я хочу вам сказать, что ничего придумывать не надо. Надо брать мировую, европейскую, советскую практику, американскую практику и все это делать. Я просто хочу сказать, что если мы этого не сделаем, еще раз, то Урала с нас скоро не будет. Мы один народ, всегда жили. Я прожил в Туве
Кусыне 14 лет, в Якутии 6 лет. 20 лет на неделю в Якутии прожил. В Ульяновске 6 лет. 17 всенародности, душа в душу жили. Сосед якут якутский. Сосед, вернее, грузин якутский, жена якутка. Четверо детей. Ульяновская друг родник, жена чувашка, четверо детей. Но кто мы по национальности, что мы эту ерунду несем? Один народ, шире живем всегда вместе, должны всегда делать, как я уже говорил, нашу программу, которая дадут рабочие места.